Здравствуйте, меня зовут Ханна Дукер, и я хочу представить вашему вниманию свою картину-инсталляцию под названием «Хумус на тарелке». Картина имеет размеры 80 на 80 сантиметров, и в ней я использовала такие материалы, как акрил, масло, текстурная паста, лак, настоящий орех-фундук, специи, такие как тмин и паприка. На данный момент вдохновение для своих работ я черпаю на кухне. Идея всех моих картин такова, что во всем можно найти прекрасное, во всем можно найти красоту и вдохновение. Даже в таких повседневных, обыденных вещах, которые окружают нас ежедневно. Это пища, посуда.